Лола Ворона в вашем экране. Кар-кар! Сегодня у меня рубрика «Подарки». Каждый раз что-нибудь новое, конечно. Трудно ведь определиться, когда ты девушка. Сегодня я научу вас правильно упаковывать подарки. Ну или правильно. Чтобы даже любая мелочь была сюрпризом и безумно приятной. Мы имеем зажигалку, спичечные коробки, 10 коробков и такой вот забавный чехол для пачки сигарет тонких. То есть мы имеем курящего друга, подругу, парня, отца, неважно. И пачку спичек. Как видим, упаковка от самой зажигалки слишком большая. Но чтобы наш сюрприз был действительно приятным и необычным, мы вынем саму зажигалку. Вынимаем саму зажигалку. Она довольно-таки маленькая, поэтому не составит большого труда. Да, вы поняли. Мы положим классную, шикарную зажигалку, в которой есть сменный бензинный блок, ну, то есть она заливается туда, в упаковку от спичек. Все познается в сравнении. Даже если вы подарите какую-то, ну, не очень зашкваристо дорогую зажигалку, не от Zippo, например, а какую-то там в обычной табачке, если вы подарите ее таким образом, все познается в сравнении. Тот, кому вы дарите, будет вам безумно благодарен. У нас есть коробки. Их тут 10 штук. Что мы делаем? А по размеру она довольно-таки похожа. Но надо сделать так, чтобы... именинник не догадался о том, что тут что-то не так. Зажигалку. Так. Вот чуть-чуть, вот буквально несколько сантиметров, и можно было бы вообще не париться. Хотя, собственно, я никогда особо не заморачиваюсь, поэтому... Хотя... А, нет. Мы положим ее горизонтально, а пачки вот так вот. Я положу сначала 4 упаковки, сверху зажигалку вот таким образом, то есть она не будет вылезать из углов. Конечно, плохо, что она шуршит, но тогда она у нас не будет шуршать. Ой, она работает вообще? Точно, правда, может, потому что они работают. Работает. Сверху кладем еще один слой. Еще один слой. И у нас 2 лишние пачки. И у нас остается 2 лишних коробка спичек. Не забыть про самое главное. Без этой упаковки будет сразу понятно, что что-то здесь не так. Аккуратно кладем. Что-то как-то пока не очень. А, она слишком жирная. Помните, в детстве вы прикалывались над друзьями, когда в пустую конфету запихивали камушек или пластилин, или сопли свои? Ну, примерно такой же метод и у меня с подарками. В принципе, пачка готова. Так, пачка у нас закрыта. Нам нужно обойтись без скотча. Самый обычный клей.
Самое забавное, что я упаковываю подарок буквально за 40 минут того, как мне нужно его вручить. Тайм-менеджмент. Довольно-таки беспалевно получилось упаковать. Пока я буду это еще нести в пакетики, клей сотрется, то есть следов от клея не останется. Он окончательно впитается, склеит все до конца, и можно дарить. Ваш именинник будет безумно рад такому подарку, гарантирую. Ну, если нет, пишите злостные комментарии в видео. Также ставьте дизлайки, лайки, подписывайтесь, ну и все остальное, что мы делаем на YouTube. Пока!